Здравствуйте. Скоро грядет, ну уже буквально вот, насколько я видел, футбольный турнир. Он связан с футбольным клубом в ГИК. И меня просили действительно сделать, скажем так, такое предваряющее, вступительное видео. Вот уже я, собственно, чем и сейчас занимаюсь, что я хотел сделать, то, что я сейчас, собственно, и делаю. Турнир памяти Виктора Файзулина, как он называется. 4 команды, формат 8 на 8. Зябликова-арена. Стартует он 6 июня. Матчи будут проходить каждую среду в 20:00 или в 21:00. Как я понимаю, время, наверное, московское. Вот. Ну, в общем-то, действительно, хотел бы пожелать удачи футбольному клубу в ГИК, который действительно, ну, можно сказать, мне не безразличен. И тот клуб, который, ну, какое-то особенное место занимает в моем сердце, который покоряет сердца людей уже по всему миру. Дай бог, скоро будет на решающих, скажем так, позициях в мировом футболе. Ну, пока что ребята тренируются, готовятся. Ну, хочется пожелать им удачи, успешных выступлений, чтобы все у них складывалось позитивно и замечательно в будущем. Ну и, соответственно, того, чтобы ребята, скажем так, понимали ответственность, ну, осознавали ее в полной степени, то, за какую команду они играют, то, за что они играют. И, в общем-то, внутренне, душой и сердцем я с ними. Футбольный клуб в ГИК. Удачи, успехов и всего самого доброго и хорошего вам. Спокойной ночи.